Утро доброе! Здравствуйте! В студии Елена Пасечна и... И я Налиев. Эта неделя у нас мега короткая. Рабочих дней у большинства жителей Казахстана будет всего два – в понедельник и в пятницу. А с завтрашнего дня в Казахстане один из главных праздников – Наурыз. Праздник Наурыз сохранил множество древних традиций. Это торжество, посвященное приходу весны, конечно. Оно знаменует окончание зимнего отдыха и начало напряженных земледельческих работ, от которых зависело выживание населения. А вот как отмечают праздник Наурыз в Казахстане? Жители страны облачаются в лучшую одежду, собираются вместе, устраивают соревнования в традиционных видах спорта, поют и танцуют. Один из наиболее значимых обычаев – это наведение чистоты. Укоренилась традиция много столетий назад и не исчезла и по сей день. Уборку проводят не только в доме, но и на подворье. Люди, рассказывая про Наурыз, подчеркивают, если праздник придет в чистый дом, его обитатели проживут весь год без бед, тревог, болезней и убытков. К Наурызу готовились заранее. Еще до его наступления люди, желая привлечь удачу в свой дом, заполняли всю находящуюся в нем посуду злаками и родниковой водой, молоком и айраном. Изобилие продуктов становилось гарантом еще и хорошего урожая. Перед праздником обязательно возвращали долги, старались помириться с теми, с кем в ссоре. Переносить негатив из старого года в новый было плохим знамением. Предки были уверены, что встречать Наурыз нужно в новой одежде или хотя бы облачиться в одну новую вещь. Эта примета гарантировала достаток и счастливую жизнь весь следующий год. В древности торжество, посвященное началу весны, начиналось затемно. До рассвета люди вставали, чтобы принять участие в важном обряде очистки источников. Параллельно с этим действом во дворах высаживали деревья. Собравшись вместе, люди вовсю веселились. Они исполняли хором «Наурыз жир» – это праздничные песнопения – и устраивали конкурсы. На Наурыз устраивали соревнования в беге. При этом участники обязательно бежали босиком. Согласно поверьям, такой бег помогал получить силы от земли. Ключевое место в празднестве занимал дастархан – это сервированный стол. К трапезе приступали в полдень. Перед и после угощения традиционно читали молитвы. Дополнительно старейший представитель рода благословлял собравшихся. Главным угощением стола на праздник начала весны становилось особое блюдо «Наурыз кожье». И оно включало в себя 7 ингредиентов. Это молоко, родниковая вода, зерно, мука, соль, масло и мясо. Приметы гласили, что в грядущем году успеха добьется человек, который успеет побывать в 7 домах и позовет к себе в дом 7 гостей. Как Казахстан празднует сегодня Наурыз? Сегодня торжество отмечается несколько дней. В остальном же Наурыз празднуют так же, как и в древности. В стремлении привлечь удачу казахстанцы следуют традициям, о которых мы рассказывали выше. В наши дни культурная программа торжества гораздо богаче, чем в прошлые века. На концертных площадках выступают профессиональные и самодеятельные художественные коллективы. Народ веселится на театральных представлениях, кулинарных турнирах, на которых почуют традиционными казахскими явствами. К столу подают плов, баурса, Наурыз кюжье. Наурыз обрел черты праздника не сугубо национального, а общеказахстанского. В празднестве активно участвуют представители всех этносов, проживающих в Республике Казахстан. О некоторых традициях праздника в нашем следующем материале. Наурыз – это праздник, который связывает всех людей и все народы. В этот день все одеваются в казахские национальные наряды, готовят казахскую традиционную кухню и угощают всех людей, поздравляя их с Наурызом. Желаем счастья и здоровья. И мы решили тоже поздравить всех с Наурызом. Все уже начали праздновать праздник Наурыз, и мы решили тоже поздравить вас с этим замечательным праздником и поднять вам настроение. Давайте прямо сейчас узнаем у наших карагандинцев, как они празднуют праздник Наурыз. Конечно, обязательно. Наурыз – это наш праздник.
отмечаем по-любому. Бишбармак, козы, мазы. Все как положено, казахские блюда предпочитаю. Ну, я его не праздную, так как я, ну, русская. Ну, мы можем там сходить куда-то с семьей, отметить там в парк или там в кино или в зоопарк. Но мы прям его плотно не празднуем. Конечно. Да, обязательно празднуем. Друзья, семья, друзья. Мы празднуем с семьей, на Урскую земесь готовим. Борсаки тоже вот. С семьей собираемся. Ну, у нас объединяется, наверное, на Урысе майские, то есть это... Всегда семьей, дома. По гостям, к друзьям ходим, отмечаем национальный праздник со своими друзьями, близкими, родными. Бишбармак, естественно, баурсаки. Бишбармак, баурсаки. Разные. Наурскую жизнь готовим. Наурскую жизнь угощают нас соседи. Ну, обычно наурскую жизнь пьем, готовимся, гости приходят. Лена, о чем ты больше всего мечтаешь? Наверное, сейчас, чтобы наступил мир во всем мире. Прекрасная мечта. Я надеюсь, что она сбудется. Ведь сегодня, кстати, праздник. День Земли, нашей планеты. Он празднуется во всем мире 20 марта по инициативе ООН с 1971 года. День Земли ведет свою историю от Дня Дерева, посвященного озеленению. Позже смысл праздника расширился до общей идеи охраны окружающей среды и появилось новое название – День Земли. Сегодня День Земли – всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как общего глобального дома, объединяющее множество различных мероприятий и акций, как природоохранных и экологических, так и миротворческих. Это не сколько праздник, сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой окружающей среды, проблемах взаимоотношений человека и окружающего мира. Чем еще примечателен этот день, узнаем далее. В 2019 году председатель Сената парламента Республики Казахстан Касым Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана в качестве временного исполняющего обязанности президента. А в 1992 году Казахстан начал выпускать свои почтовые марки. Первой стала марка «Алтын Сарбас» – «Золотой воин». Впоследствии символ независимости республики. Именно с этого момента казахстанские марки заняли свое место среди почтовых миниатюр в почтовых каталогах мира и коллекциях филателистов. На сегодняшний день выпущено около 300 марок и блоков. В 1994 году в Алматы было открыто посольство Польши. В мае 1999 года в Варшаве была открыта дипломатическая миссия Республики Казахстан. В октябре 2000 года было учреждено посольство Республики Казахстан в Республике Польша. В 2010 году в Евразийском национальном университете имени Гумилева состоялось торжественное открытие древнетюркских памятников Тюнюкук и Тиркин. Тюнюкук – известный тюркский полководец, который в 679 году вместе с Елцирис Каганом выступили против империи Тан и основал второй тюркский каганат. Памятник Тиркин охватывает историю правителя объединенного тюркского каганата Елатмиша Бельгетур Айна. В 1869 году родился Александр Затаевич – музыкальный критик, этнограф, композитор, народный артист Казахстана. В 1896 году он познакомился с композитором Сергеем Рахманиновым, который проявил интерес к пьесам Затаевича и способствовал их изданию. Также Рахманинов посвятил Затаевичу фортепианный цикл «Шесть музыкальных моментов». С 1920 года творческая деятельность Затаевича выражалась в сборе, записи и систематизации казахской народной музыки. Он записал более 2300 произведений музыкального фольклора. Опубликованные Затаевичем сборники «Тысяча песен казахского народа» и «500 казахских кюев и песен» представляют антологию казахского музыкального фольклора с древних времен до 1930-х годов. Затаевич является одним из основателей казахской профессиональной фортепианной музыки, является автором различных сборников, среди которых «Песни казахстанских татар», «Песни Казахстана», «Песни разных народов» и другие. Богат на памятные даты сегодняшний день. Наверное, кто-то из телезрителей уже ждет зарядку. Не будем больше томить их ожиданием. Всем бодрого утра! Сегодня у нас будет сложная зарядка, поэтому сразу приступаем и повторяем за нами упражнение. Сидя, первое упражнение, руки на ширине плеч, сдвигаем таз вперед и выполняем отжимания в руках, сгибая локти.
На вдох мы опускаемся вниз и на выдох поднимаемся вверх. В верхней точке следите, чтобы локоть полностью не блокировался. И вы чувствовали вес тела, контролируя рука. Я уже чувствую свой трицепс. Два раза еще. Окей. Комплекс номер два. Следующий комплекс. Мы с вами встаем со своим стульчиком. Руки на ширине плеч, ноги вытянуты, корпус ровный, поясницу держим ровную. И у нас разгибание, ротация корпуса вправо и влево. Опорная рука левая. За правой рукой тянемся в потолок. Смотрим на кончики пальцев и меняем. Делаем вдох, на выдохе усилие. Не забывайте держать сильный кор. Вдох и выдох. Еще раз вдох. Дыхание очень важно. Напрягаем мышцы живота. Еще по одному. Правую вытягиваем вверх. Отлично. И левую. Хорошо. Окей. Продолжаем дальше. Третий комплекс. Давай сдвинем наши кубики. И исходная позиция остается той же. Опора на руках. Ноги прямо. Мы будем сгибать колено по очереди, направляя прямо на локоть. Если вам дается это достаточно легко, я предлагаю немножечко усложнить легким бегом. Правой, левой, правой, левой. 4, 3, 2, 1. Всем большое спасибо, друзья. Это была прекрасная зарядка, очень сильная, поэтому тренируйтесь вместе с нами. Всем хорошего дня. Уху! Как все успеть? Нереальная задача или все же цель, которую можно легко достигнуть? Да и вообще, нужно ли стремиться все успевать? Психология поможет и в этом. Утро доброе, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим с вами про тайм-менеджмент и как успевать все. Как научиться управлять своим временем. В первую очередь вам нужно разобраться, какие задачи для вас являются первостепенно важными, а какие просто-напросто отвлекают ваше внимание. Ну и не забываем про правило Парето: 20% усилий порождает 80% результата. Первое, что необходимо сделать для людей, которые хотят успеть все, но с утра не любят рано вставать, подготовить все необходимое с вечера. Сумку для спортзала, либо обед свой, а может быть, вы хотите с вечера помыть свои волосы, чтобы утром уже выглядеть прекрасно. Это очень сэкономит вам утреннее время. Также предлагаю вам вести свой органайзер, либо блокнот. Это поможет саккумулировать вашу энергию и распределить ваши первостепенные задачи. Следующий метод – хотя бы N времени. Этот метод поможет вам справляться с прокрастинацией, когда вы любитель пооткладывать важные задачи в долгий ящик. Уделяйте этим задачам хотя бы энное количество времени в сутки, и вы увидите, как они сдвинутся с мертвой точки. Следующий метод – это дедлайн. Всегда устанавливайте себе время на сдачу ваших задач и на время, которое вам отведено для решения той или иной задачи. Еще один метод называется «проглоти лягушку». Этот метод предложено выполнять желательно с утра и выполнить самое сложное и противное задание, но которое совершенно делать не хочется. Тогда следующие задания покажутся вам не такими сложными, и на них останется энергия. А еще деление одной большой задачи на мелкие задачи. Какая-то глобальная задача может испугать и шокировать вас. Поэтому не забываем про метод «Едим слона маленькими ложками». Делим одну большую задачу на мелкие подзадачи и постепенно, решая их, мы приближаемся к своей, ну, очень глобальной цели. Следующее – это матрица Эйзенхауэра, которая предлагает вам разделить ваши задачи на 4 составляющих. Первое – это основные задачи. Второе – задачи, которые не несут особую важность. Третье – это задачи, которые вы можете делегировать. И четвертое –
– это задачи, которые можно удалить. Чаще это наше проведение времени в соцсетях, либо в видеоиграх. И помните, невозможно быть все время продуктивным и собранным, все время что-то планировать и куда-то спешить. Не забываем тему про эмоциональное и профессиональное выгорание. А тайм-менеджмент поможет вам собрать свою силу в кулак, распределить ее и выполнить только самые необходимые задачи. Всем хорошего дня! Еще сегодня Международный день астрологии. В 1993 году западные астрологи предложили отмечать этот праздник именно 20 марта, в первый день астрологического года, когда Солнце вступает в знак Овна. Астрологии от древнегреческого «астра» – звезда и «логос» – мысль учения, называют учение о воздействии звезд на земной мир и человека. Астрология возникла в глубокой древности и была тесно связана с астральными культами и астральной мифологией. В начале 4 века до нашей эры, в ходе культурного обмена между Грецией и Ближним Востоком, после завоевания Александра Македонского, с астрологией познакомились греческие философы. Включив в сферу компетенции астрологии жизни отдельного человека, они положили начало новому направлению – гороскопической астрологии. Позднее астрология получила широкое распространение в Римской империи. Первые гороскопы появились на рубеже II-I веков до нашей эры. Древнейшая наука в разные века становилась то популярной, то уходила в небытие. Однако в наши дни ее популярность стремительно растет день ото дня. Статистики всего мира приходят к однозначному выводу. За последние два десятка лет астрология стала пользоваться невероятным успехом, особенно у бизнесменов и политиков. Иные уже без совета звезд шагу ступить не могут. Хотя есть мнение психологов, что за предсказаниями в большинстве своем обращаются люди, которым трудно принять решение. Ну так или иначе, но жить по небесным светилам теперь предпочитают многие. А теперь гороскоп на пятом. Сегодня овнам не стоит рассчитывать на легкие успехи и победы. Чтобы справиться с делами, нужно приложить усилия. Даже решение привычных задач сегодня дается заметно труднее, чем обычно. Много времени будут отнимать разговоры. Они часто интересные и приятные, но совершенно бесполезны. Тельцам сегодня звезды сулят спокойный и благоприятный день. Вы хорошо ладите с людьми, находите общий язык. Не исключены интересные предложения о работе, долгосрочном сотрудничестве, участии в совместных проектах. Будет возможность научиться тому, что вскоре пригодится. Приятный, интересный день сегодня ждет близнецов. Многое дается легче, чем обычно. Появляются хорошие идеи, а друзья и просто знакомые помогают быстро воплотить их в жизнь. Не исключены удачные сделки и покупки, а также денежные поступления, в том числе неожиданные. Ракам сегодня о многих проблемах просто не стоит волноваться, поскольку они вскоре решатся сами собой. Вы стараетесь не давать воли эмоциям, но это, к сожалению, не всегда получается. Нежелательно делать сегодня крупные покупки, начинать ремонт или заниматься планированием переезда. Львам сегодня стоит настроиться на позитивный лад. Возможны удачные совпадения, неожиданные приятные события. Не исключены перемены к лучшему в отношениях с людьми, которые вам очень дороги. Вероятны финансовые трудности, но носить они будут временный характер. Сегодня девам не все будет даваться легко, но вы так энергичны и решительны, что способны справиться с любыми трудностями. Часто у вас получается то, что не удалось другим. При этом едва ли кто-то позавидует вашим достижениям. А вот люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Напряженный день звезды сулят сегодня весам. Не исключены конфликты и ссоры, поводов для разногласий с окружающими будет достаточно. Возможны неоправданные расходы, неудачные покупки. Осторожность в делах будет очень полезной. Скорпионам сегодня не стоит ожидать помощи от окружающих. Утро подходит для самостоятельной работы. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции и руководствуйтесь здравым смыслом, чтобы быстро дойти к цели. Возможны денежные поступления. Они могут оказаться больше, чем вы ожидали. Стрельцы сегодня будут энергичны, изобретательны и находчивы. Люди, прежде сомневавшиеся в ваших талантах, поймут, что ошибались. Не исключено, что именно от них вы получите очень нужную и своевременную поддержку. Будет шанс подняться по карьерной лестнице. К
козерогам сегодня не стоит спешить. Возможно, неприятные разговоры, разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. От спонтанных покупок лучше воздержаться, незапланированные расходы свести к минимуму. Этот день не подходит для того, чтобы принимать серьезные решения и подписывать важные документы. Водолеям сегодня стоит сохранять спокойствие. Вы можете волноваться и расстраиваться из-за пустяков, принимать близко к сердцу то, чего в другое время просто бы не заметили. Неудачные совпадения буквально выбивают вас из колеи. Несмотря на все свои переживания и волнения, вы хорошо ладите с людьми, легко находите общий язык с окружающими. Спокойный и благоприятный день. Звезды сулят сегодня рыбам. Станет ясно, как решить проблемы, возникшие недавно. Вы предпочитаете не тратить время напрасно. Быстро переходите от рассуждений к действиям. Легко будет найти общий язык с руководством и влиятельными людьми. У вас появятся сильные союзники. Сегодня Всемирный день рассказывания историй. И нет ничего лучше, чем посмотреть парочку историй, разыгранных в театрах нашего города. Афиша в «Утро доброе». «21 марта Русский драматический театр имени Станиславского приглашает на трагикомедию «Старая зайчиха». В этот же день состоится эстрадный концерт Кенжебека Нурдолдая в Карагандинском цирке. Русский драматический театр имени Станиславского 21 марта приглашает на волшебную сказку «Царевна-лягушка». В этот же день во Дворце культуры Горняков состоится спектакль «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 22 марта Темиртауский театр для детей и юношества представит праздничную программу к Наурызу и покажет спектакль «Песню пой, моя домбра». 22 марта Русский драматический театр имени Станиславского покажет музыкальную сказку «Золотой орел на средина». 22 марта в Карагандинском цирке состоится выступление Куандыка Рахима. Академический театр музыкальной комедии 22 марта покажет музыкальную сказку «Волшебная птица Самрук». Русский драматический театр имени Станиславского в этот же день приглашает на инцидент в одном действии «Маленькая камерная пьеса». 24 марта Академический театр музыкальной комедии покажет спектакль «Разноцветные шарики». 24 марта Русский драматический театр имени Станиславского приглашает на комедию «Жорж Данден» или «Одураченный муж». Темиртауский театр для детей и юношества 25 марта покажет спектакль «Все мыши любят сыр». 25 марта в 17:00 Русский драматический театр имени Станиславского покажет лирическую комедию «Старший сын». Темиртауский театр для детей и юношества 25 марта представит драму «Wi-Fi». 25 марта Русский драматический театр имени Станиславского покажет сказку «Хитрый урок». Комнатные растения прекрасны и идеально дополняют интерьер квартиры или дома. Как и все живое, цветы нуждаются в питании. Тот, кто правильно питается, правильно растет. Такое правило работает и для растительного царства. О том, как правильно питать растения, в рубрике «Домашний сад». Утро доброе! Всем хорошего настроения! Сегодня мы поговорим о том, как питать растения, зачем питать растения, что за питание для растений. Для многих, конечно, это вопрос и требует ответа. Чтобы растения красиво цвели, вот как в магазине. У многих, знаете, проблема: купил цветок, принес домой, и вот он подцвел, все, и декоративно свой потерял. Люди выкидывают это растение, потому что погибает, и не понимают, как же за ним ухаживать. На самом деле для каждого растения существует питание. Для каждого вида растения существуют сбалансированные удобрения. Для суккулентов одно удобрение, для декоративно-лиственных другое удобрение. Там соотношение именно микроэлементов и макроэлементов. После того, как вы купили растение в магазине, его нужно пересадить. После пересадки растению хватает на месяц питательных веществ, которые он получил с грунта. Потом нужно обязательно питать растение
микроэлементами. Это различные удобрения, которые есть в жидком виде, их разбавляют с водой, и которые есть в сухом виде. На самом деле выбор огромен, и ничего сложного в этом нет. Очень легко просто растворять в поливной воде и поливать растения вовремя, чтобы растение получало питание. Это как человек получает питание, точно так же растение получает питание, потому что вода – это всего лишь вода, а питание – это уже, так скажем, еда для растений. Маленькие растения, фиалки, допустим, они нуждаются в питании тоже, но для них нужно специальное удобрение, которое не концентрированное, которое разбавленное, чтобы не сжечь корни растений. Для таких растений, как цветущие, вот, допустим, фиалка, которая уже в цвету, антуриум, который набрал бутоны, орхидеи наши любимые, которые тоже набирают бутоны, для них существует специальное удобрение, которое называется для цветущих. Есть специальное удобрение для фаленопсисов, которые стимулируют цветение. Есть растения, которые для декоративно-лиственных, они делают лист очень красивым, насыщенным. Они так и называются для декоративно-лиственных растений. Не забывайте питать свои растения, чтобы всегда они выглядели такими декоративными, радовали вас. Доброго утра, хорошего дня! Программа «Утро доброе», Рушан Бараев и Караганда. Что их объединяет? Ну, конечно, рубрика «Хронограф». С такой любовью говорить о родном городе может только Рушан Бараев. ...1951 год. Карагандинец Константин Рауш не только заслуженный артист Казахской республики и постановщик областного драматического театра, но и один из лучших шахматистов Казахстана. На первенстве республики после 8 туров на первом месте идет Константин Рауш, на втором – карагандинец Зейдлер, на третьем – шахматист из Балхаша Пименов. Тем временем на сцене драматического театра постановщик Константин Рауш ставит трагедию Шекспира «Отелло». В марте 1963 года на бульваре Мира открылся большой магазин культтоваров. В магазине расположились музыкальный, канцелярский и фотоотделы, а также отдел радио и телевизоров. Впервые в Караганде культтовары реализуют произведения изобразительного искусства. Продавец Мария Петровна Шенгов за один день продала более 200 картин. В марте 1978 года улицу Спасское шоссе на юго-востоке переименовали в улицу Советской Конституции. Улица Граношахная в привокзальной части Караганды стала улицей имени Дзержинского. Также в городе появились две площади. Площадь Конституции СССР на перекрестке улицы Ленина и проспекта Советского и площадь имени 60-летия Октябрьской революции перед Политехническим институтом на бульваре Мира. 12 марта 1984 года во Дворце культуры Горняков состоялось торжественное открытие первого сезона симфонического оркестра Карагандинской областной филармонии. С этим большим событием в культурной жизни области и республики присутствующих поздравил начальник областного управления культуры товарищ Рымжанов. Первый концерт симфонического оркестра начался исполнением 5-й симфонии Петра Ильича Чайковского. В марте 1997 года в Караганде произошло знаменательное событие. С молотка ушел дворец культуры Горняков. Объект был оценен в 13 миллионов тенге. По валютному курсу это составляет около 120 тысяч долларов США. По условиям инвестиционного тендера новый собственник, а им стал бизнесмен Андрей Беляев, должен сохранить основной профиль дворца. То есть работа кружков и творческих коллективов, существующих при ДКГ, прекратиться не должна. Что такое дети? Дети – это счастье. Особенно сегодня, в Международный день счастья. И особенно, когда смотришь нашу рубрику «Слово за ребенком». Это зимой. Очень красиво. У нас это было, но уже растаяло. Она как звезда. И она синяя и белая. Это бывает треугольно. Это синяя, белая.
это на Новый год, зимой. Оно может быть фигурой какой-нибудь. Там узоры нарисованы. Она бывает зимой. Она холодная. Она маленькая. Как звездочка. Она белого цвета. Она холодная. Очень красивая. Они похожи на белые красивые звездочки типа, но когда они падают и собираются в большой комочек, ну что, ну или сугроб, получается снег. Можно играть с ними в снежки. Она очень пушистая. Она может растаять. Можно. Она очень холодная. Можно слепить любое, что захочешь. У них странные формы какие-то вот такие. Они падают на ботинки, на куртки, на шапки. Можно играть в снежки, любить снеговика. Когда она на ладошку падает, она сразу тает. И потом будет вода из-за этого. Тебе потом будет очень холодно на руке. Придется одевать перчатки зимой. Их можно из бумаги вырезать и вешать на дом. Украшать дом. 20 марта во всем мире празднуется Международный день без мяса. Этот день отмечается с 1985 года. Он посвящен теме вегетарианства – отказа от мяса в пользу растительной пищи. Сегодня в мире многие магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют растительную диету, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды. Ну, конечно, сложную тему ты затронул. А мне сразу, когда ты заговорил о растительной пище, вспомнился знакомый кот, обожающий свежие огурцы. Казалось бы, понедельник, начало рабочей недели, но Наурыз в Казахстане. Поэтому следующие 3 дня у нас с вами праздничные и выходные дни. Наурыз отмечается уже более 5000 лет, поэтому вспомните традиции, наведите порядок, побалуйте себя вкусной едой, и тогда грядущий год непременно будет удачным. Нам остается только попрощаться с вами и пожелать замечательно провести эти весенние деньки. Для тех, кто будет ждать наших следующих выпусков, а ведь нас смотрят не только в Казахстане, но и в других странах, напоминаем, что следующая трансляция «Утро доброго» будет в пятницу 24 марта. До встречи, друзья! Пока-пока! Как ты собираешься праздновать? Поедешь куда-нибудь или будешь дома отмечать? Да, мы хотели съездить. Может быть, в Каролинск, подышать свежим воздухом. Ну, конечно, сходим к родителям, к родственникам. В Астрахань. Да.